Порунина Наталья спрашивает, какие меры нужно применять по ходу длительного процесса воспитания в отношении негативных проявлений в человечестве, воровства, хамства, жестокости по отношению к ближним и так далее? Ну, уже такая... Меры. Какие меры нужно применять? Меры какие? Никаких мер не надо. Надо воспитание. Кстати говоря, согласно Торе, нет никаких наказаний. В том смысле, что как сегодня. Тюрьмы и так далее. Тюрьмы нет. Нет ничего. Есть только воспитание. То есть человек, который, что называется, проштрафился, он должен выполнить определенную работу над собой. После этого как бы освобождается от этого штрафа, так называемого.